А вот жители более чем 100 домов Саратова могут спать спокойно. В их жилищах уже включили отопление. Напомню, официальный старт отопсезона в областном центре запланирован на 12 октября. К подключению объектов социальной сферы приступили уже 7 числа. Также у управляющих компаний ИТЖ есть возможность подавать тепло в подшефные дома заранее. Нужно лишь направить заявки на досрочное подключение. На сегодняшний день так поступили более 40 организаций. К теплу подключили свыше 100 домов.